Первая часть. Вега-созвездие Лиры. Исходя из данных космогоний квантовой физики, и, что самое важное, опыта многочисленных звездных регрессий, которые проводит наша школа, с, сами, сами с собой, друг с другом и с другими людьми, это э, звездная регрессия, это как бы медитации о прошлом наших душ. И вот исходя из э, космогонии буддийской, исходя из э, космогонии тайной доктрины, ну и квантовой физики современной, мы понимаем, что души создаются в звездах. Создание наших душ в звездах происходит примерно следующим образом. В момент фертильности звезда, обычно это в молодом возрасте, звезда запрашивает качество у высших архетипов космоса, которые мы называем, эти архетипы мы называем семейство Буд или Будды, то есть высшее сознание космоса. Она запрашивает и в этом заказе... В зависимости от условий, от цветности звезды, ее размера, диаметра, ее способностей, ее программы. А звезды в основном идут по главной последовательности. Но бывают большие, бывают маленькие, бывают супербольшие. И еще у них несколько этапов жизни. У звезд обычно бывает. Соответственно, цветность их разная. Вот исходя из этого, души имеют, которые будут рождены на этой звезде. Эти души имеют определенные э, родные свойства от этой звезды, качества. А я напомню, что э, голубое качество в космосе ⁇ это энергия рождения и разрушения. Э, желтое качество ⁇ это энергия роста, увеличения, изобилия. Как, например, наш Солнце. Красное качество. Это энергия знания, взаимодействия, управления, контроля. Зеленое качество – это энергия работы, преобразования, накопления опыта. И белое качество – это высшее сознание, чистота, управление, высшее, высшее программирование. Так вот, получается, что на разных звездах – Души создаются одинаковым примерно образом, но будут иметь разные э, потенциальные качества. И эти качества в дальнейшем, в связи с э, реализацией своих жизненных программ на разных уже этапах своего существования, как на своей звезде и планетах своей звезды, так и в результате трансмиграции, реинкарнации по всему, э, как бы нашему ближнему поселку, как минимум, вот эти души будут проходить через другие звезды, другие цвета и другие качества планеты звезд. Соответственно, получается, что звездные души накапливают опыт. Мы с вами, как души человеческие, тоже ангельские звездные, тоже будем накапливать этот опыт. И вот что, мы делаем эти регрессии, и в регрессиях оказывается, что Одна из самых распространенных звездных систем, в которой мы рождались, это вега созвездие Лиры. Примерный возраст, ну, по нашим человеческим расчетам нашего, нашего времени человеческого. Возраст звезды около 450, 350 миллионов лет. Мы по звездным регрессиям сканируем, что примерно в возрасте 435 миллионов лет, то есть в молодом возрасте, эта большая голубая, гигантская голубая звезда, она э, произвела звездный взрыв, то есть создала души. Каким образом? Вернемся к моменту создания. Итак, качество собственные в недрах звезды имеются голубые. Как вы поняли, это сильные, мощные души, которые создают, но и также плохое, что умеют разрушать. Они умеют разрушать плохие, негативные, отжившие старые э, состояния, э, программы и формы. Это очень хорошие качества. Без них эволюция бы не существовала. Развитие бы в космосе не существовало. Поэтому, по, согласно буддийской космогонии, цикл жизненный вообще начинается с момента э, рождения. И завершается моментом разрушения. Это даже на нашем физическом уровне мы видим. Человек рождается сначала, а потом в конце своего цикла разрушается. Но э, в матрице переход этот идет многоразово. Таким образом происходит реинкарнация, трансмиграция, перевоплощение душ. Итак, вернемся к моменту зачатия. По этим многим регрессиям мы видим, что э, души веганцы веганские, у которых первая мама звездная, это звезда Вега созвездия Лиры, они зачинались в недрах звезды стандартным образом. Фертильность звезды, то есть ее оплодотворительные качества, ее как бы энергии, жизненный запас за счет концентрации плазмы в ядре, высочайшей концентрации ядерных реакций внутри ядра, именно данной плазмы звездный он запрашивает нужные качества из космоса и уже опытные души, которые мы называем бодхисаттвами или буддами, они посылают свои потенциальные матричные способности, то есть дают посев. ну как бы это мужской принцип Программирование, матрицы, создание матриц – это мужской принцип. Внутрь звезды посылаются души, которые оплодотворяют ее. И готовая, фертильная, как бы живая, активная звезда, которая в молодом возрасте, она своей плазмой, своим огнем, то есть энергией, она уже начинает из этих икринок выращивать души. Иногда участвует Два архетипа качеств. Иногда участвует один архетип качеств или бут, да, иногда три. По-разному это бывает. Но вот мы, исходя из регрессии по ВЕГИ, предполагаем, что там участвовало два, как минимум, архетипа качеств. То есть два вида бут посылали свои матрицы. Мужской принцип. А уже звезда Вега оплодотворяла эти матрицы и создавала, соответственно, примерно два типа душ. Мы сейчас представляем, что это происходило таким образом. кринки засевались в ядро звезды лучами и готовые энергия которая находилась везде, она производила как бы энергетический взрыв, всплеск. И таким образом происходил процесс оплодотворения, зачатия душ. Таким же образом, но только в упрощенном виде, согласно буддийской космогонии, происходит зачатие душ человеческих. То же самое, энергетический взрыв между отцовским и материнским началом происходит. И э, точка души, которая вошла с неба, она происходит в оплодотворении телесное и пошла программа уже жизни роста. То есть эти икриночки э, со со также в звезде они в, опред... в центре ядре э, создаются, и уже в, в этой ядерной зоне они начинают созревать. Мы не можем сказать по человеческому возрасту, сколько это по времени происходит созревание душ, но, ну, наверное, это сотни тысяч или какие-то миллионы даже лет, может быть, миллион, может быть, два миллиона лет этот процесс происходит, созревание, то есть роста, прежде чем зачатые души, Звездные могут, уже созревшие, выйти на собственную, как бы икринки лопаются, и души выходят на собственную деятельность, собственную активность. В первую очередь эти души обитают на самой звезде, в плазме своей звезды, и также на ближайших ангельских планетах. Ангельские планеты мы называем астральные планеты, то есть те, которые не имеют биологической атмосферы, не имеют никаких биохимических э, процессов, реакций, каталитических элементов, преобразования элементов, как у нас здесь на Земле, то есть живая биосфера, нет этого такого. Но зато есть близость к звезде, за счет этого очень мощная накачка электричеством, огнем, и э, плотный, плотный э, как бы такой вот пылевой состав звезды, то есть земля, металл, вот эти все элементы существуют, э, и достаточно богатый набор микроэлементов существует, высокая температура звезды, высокое тяготение, а почему высокое тяготение, потому что сама планета у этой звезды находится близко э, по, по орбите сильное электроизлучение на нее, температурное и высокочастотное, и, соответственно, сама э, планета очень крупного размера, как, например, Юпитер и так далее. Соответственно, в зависимости от размера самой звезды, в зависимости от планеты, и души бывают большие и маленькие. Вот у нас на Солнце маленькое, Солнце считается карликом, у нас маленькие души по звездным меркам. А веганцы это крупные души и и по звездным регрессиям мы считаем, что размер воплощенных душ там звездных не менее одного километра, то есть стандартный размер ангелов второго типа по буддизму. А в планетарном воплощении они помимо звезды еще вылетают на планету для тренировки. У них четыре или шесть крыльев сзади выглядят они в форме ракеты, когда они летят между звездой или планетой, и когда они уже живут на планете, например, на этой астральной планете, веганская планета мы ее называем, у нас собственная классификация звезд и планет, согласно официальной астрологии, ведической астрологии, восточной астрологии, там, авистийской, мы не придерживаемся писателей-фантастов, что там они изобретали и там поназвали, у нас будет классификация, которая основана на реальных названиях звезд и планет. И мы лучше будем меньше информации давать, но мы будем ее давать вам проверенную, обоснованную и много раз тестируемую по звездным регрессиям, по видению. Итак, Вернемся к Веге. Итак, звездная вот эта система Вега имеет э, две или три крупных планеты, но на первой, ближайшей из них, существует вот эта вот э, звездно-астральная жизнь. Э, причем слово «астрал», оно в данном случае имеется в виду «звездная энергия», астра – «звезда» на латыни. Э, и поэтому мы говорим, что это ангелы звездного типа – межзвездного типа, способные перелетать между звездами и планетами. Итак, мы с вами такие ангелы, часть из нас, по крайней мере, те, которые веганцы. Мы проходим через эту эволюцию, и что мы видим на этой планете, очень была прекрасная, счастливая жизнь. Ангелы мощные, размер, как я сказал, минимум Километр, полкилометра, огромные крылья, соответственно, и сильное тяготение для того, чтобы преодолевать силы тяготения планеты огромной, эти ангелы должны иметь высокий заряд огня, энергии. Ну, как бы ракета должна быть крупной и мощной, чтобы топлива хватало. Но из-за того, что сама звезда крупная, и в момент зачатия звездной души ей под давлением выдается огромный запас энергии, концентрат как бы энергии, как ядерный синтез, понимаете, то есть в маленьком кусочке атома, например, атома урана, заложена огромная энергия при распаде. В процессе жизненного Такого вот существования за миллионы лет происходит медленный распад этой энергии. То есть, звездная душа выпускает понемножку свою заложенную в начале энергию, и таким образом у нее есть потенциал для миллионов лет жизни. Именно у, этой, э, суще... у этого существа, как звездной души. Мы с вами тоже, соответственно, имеем огромный потенциал для проживания. По крайней мере, мы считаем, что это миллиарды лет должны быть. Настолько плотный заряд при рождении, вот этом вот звездном взрыве, мы получаем Соответственно, э, па папа, отцовские архетипы качеств это у нас от высших архетипов космоса будут, а материнские это наша мама, первая звезда, наша мама. Мы можем в жизни путешествовать по многим звездам, но первая мама всегда дает основной цвет для души, основную плазму. Поэтому, когда мы видим веганцев здесь на планете Земля, эти души, они... Имеют голубой цвет плазмы. И те люди, которые слушают мою лекцию сейчас, они, конечно, это будут э, в себе чувствовать, которые веганцы. Вы поймете, о чем я говорю, и вы э, уже почувствуете, да. Что ваш любимый цвет голубой, что вы любите все, что чистое, голубое, небо там и так далее. Носите голубую одежду и так далее. Так вот. Вернемся к веганской планете. Веганская планета прекрасно чиста, на ней очень высокий заряд огня, очень сильное тяготение, то есть она дает сильную, мощную наработку, мощный стартовый толчок для эволюции души в дальнейшем. И эти души в будущем становятся защитниками, охранниками, сильными, воинами и творчески мощными, активными импульсными душами, которые обязательно нужны на разных планетах для поддержки, для помощи, для полного цикла реализации задач этой планеты. Соответственно, какой-то процент веганских душ будет посылаться на разные планеты и звезды в нашем поселке, по крайней мере. Что же происходит и с веганцами? У нас на Земле есть некоторый процент. Мы предполагаем, что в районе пяти процентов от звездных душ это будут у нас веганцы. Значит, на этой планете веганской чистая жизнь питание у них электричеством то есть прямое впитывание энергии с ближнего, ближней своей вот этой звезды звезда висит прямо над планетой очень близко очень ярко и очень мощно не так как вот у нас далеко солнце и луна как бы выглядят маленькими а э, вега нависает на этой, над этой планетой примерно но угловой, с угловым размером 30 градусов это огромное огромное как бы висящее такое огненное тело и лучи очень мощные температура предположительная температура на поверхности этой э, планеты ну около 500 градусов по нашему э, Цельсию и атмосферы нет как, так, как таковой у нас э, но э, это даже удобно и легко Звездные души, которые живут, они легко перелетают по планете, легко выходят в открытый космос и легко возвращаются к звезде то есть близкий сквозной перелет между звездой и планетой веганской. Это позволяет душам приобретать опыт планетарных жизней, у них прекрасное общество чистое общество, как я сказал, предположительно два типа душ или две расы существуют положительных расы, и, и э, они дружат между собой. В этих расах есть, конечно, своя иерархия, то есть свои э, как бы кланы, царь, там, э, руководители, управляющие, э, войны и обслуживающие и матери там и так далее это все очень интересно просматривать видеть и мы понимаем что эта раса тоже из за того что у нее отсутствуют физические тела они очень долго живут так же как в буддийской космогонии это все описывается так мы и видим по звездным регрессиям что ангелы планетарные звездные живут очень долго и тело их не портится долгое время Однако у них тоже существуют циклы. Время рождения и время умирания. И они тоже перерождаются. Но этот процесс идет сотни, сотни тысяч лет. И, возможно, даже миллионы лет. После того, как опыт созревания на этой звезде и планете прошел, эти души веганские уже в чреве материнских ангелов-переводчиков, материнские ангелы переводчики это опытные батлесатвы, опытные крупные души, которые имели многочисленный опыт, которые э, уже фертильны и э, как бы дают качество на засев в звезды. Вот они способны перелетать между звездами. Раз э, мы вам уже рассказали, что они прилетали на Вегу для зачинания, то дальше следующим этапом их опыта и их служения в нашей Вселенной, это будет перевозка веганских душ на другие звезды и планеты. Перевозка производится внутри, в чреве. У нас из того, что мы видим по звездным регрессиям, мы видим виды перевозчиков пятитысячные и десятитысячные упаковка звездных душ внутри чрева мамы-перевозчика. Те архангелы, которые мы имеем по христианству, исламу, по зарастризму, иудаизму, это как раз наши основные мамы, перевозчики э, типа Митра, э, типа Сраош, типа Ванант, Михаил, Гавриил. Михаил это у нас Митра, Рафаил это у нас Бихрам, Сраош это Гавриил, Ванант это как раз Вега. Так вот, они перевозят эти веганские души какие-то, какие конкретно. А вот именно тот, который Вега, Ванант, он перевозчик. И покровитель э, веганских душ. Также Гавриил Архангел, Божественное э, Слово. Этот Архангел тоже мы считаем мама-перевозчик э, и тоже веганский перевозчик э, с Веги. После того, как они перевезли души сюда на планету Земля, они остаются на развитие, покровительство, вынашивание, управление этими душами. Поэтому в религиозных писаниях говорится, что в раю души встречают эти архангелы. Гавриил там, Рафаил и так далее. Потому что это их полномочия обслуживать и развивать и зачинать и продолжать эволюцию душ. Вот они и проводят это в раю, то есть в наших шамбалах, архивируют, управляют кармой и развивают эти души. Уровень звездного допуска, уровень информационного допуска бывает разный. Чем выше вы в канал галактического управления проходите, тем больше объем информации вы видите. Если вы на нижнем уровне находитесь, вы видите то, что сверху. И только ту информацию, которую по допуску вам дают, ту вы можете взять. Соответственно, ну, обычные христиане, там, обычные мусульмане, они не могут большой объем информации, Получить об этих архангелах, об их полномочиях и деятельности, и о, и о самих себе, как звездных душах. Почему? Потому что уровень допуска не проходит. Поэтому происходит как бы эволюция постепенная и поэтапная. Значит, я вам интересно рассказал сегодня эту э, историю, исходя из звездных регрессий тех душ, которые мы здесь уже видим, веганцы, их много, уже десятки регрессий сделаны нашими мастерами за эти пять лет, и мы э, примерно одинаковые картинки, видеофильмы видим по веганской планете, прекрасной, чистой и очень э, активной, э, мощной для развития душ. Вот этот заряд веганцы получают, и э, в дальнейшем веганцы проходят в среднем от 5 до 10 звездных систем, прежде чем долетают до Солнца-Земли. Я сам, например, тоже из веганских душ. И в моем окружении, в нашем окружении мастеров большое количество веганских душ. Благодаря их способностям и качествам они имеют мощные экзорцистские способности, мощные ударные э, свойства души, такие бойцовские качества, э, воинские качества, которые очень нужны для нашей планеты. В силу того, что большое количество астральных негативов тут паразитирует для планеты Земля, э, ванант... Сраош, то есть Гавриил и Бихрам и Ванант, эти Архангелы и их звездные души, помощники очень очень важны для эволюции планеты Земля.